все время пишешь. Вот, а зачем ты? Окончание. Сергиев Посад святой, да? И в припеве обязательно все окончания. Народ, ты, да? И так далее. А можно ты, спросить, где да. ваша рука будет? Там моя? Или здесь? Он всегда рядом с нами. Да, я всегда сам. А что я вам могу? Я вам могу только показать дыхание. Обязательно. И послушать сольбикар, фабикар. Ну, там другие будут. Кстати, надо еще продумать места, где тихие, там, чтобы он тоже сделал. Там же это да, можно внести. Да, начало нам нужно второго куплета. Вот, там, уже где монастырь-то тихий. И ваши колокола. Ваш уже в темпе. Баба. Замедление. Нет, да. Ти-да-да-ра-ди-да-ра-э-па. И колокола опять ваши. Не пока в дому? Да. Не тут есть. Дом мажор. Нет, дом. Они, это запомни. Это пока основной дом мажор. И соль минор должно жить человек. Соль минор, да, потом уже все. Ах, как здорово. Вот так и будет. Бдум-бам-ба. Не до мажор, а соль минор. Здесь, в финале? Да. Я попробую тоже. Каша мешает, ну попробуй. Сергиев Посад, святой, и продолжает свой полет. Цепное взять потом еще один аккорд, когда после этих колоколов. На А какой-нибудь. А? Да. Ну что, попробуем? Попробуем, да. Слово, самое главное слово. Будем писать по куплетику спокойно. Звонкий победными колоколами рядом с Москвой на горе Маковец, в небе сверкающими куполами он православие светлый венец. Он православие.
оттуда или да, нет. Да. Вторая, сейчас скажу, такой, я летаю. В небе. В небе, да? В небе, в небе, в небе, в небе, и... В небе сверкающими куполами, о православия светлый венец, помни посад иноземцев навеки, был даже птицам оборван полет, старец великий по имени Сергий, начал в историю славный поход. Ярода помнит, помнит посад иноземцев навеки. Вопрос делал, только повод на латыни сопрано. Помнит посад, посад, да? Перенос, очень хорошо. Все вместе взяли, помнят. И дадим им помнить посад иноземцев навеки. Был даже птицам оборван полет. Дыхание, мы договорились с Сергеем. Сергеев посад. Душа, перед душа, пожалуйста, поставьте себе вот такую вот галочку, да? Сергиев посад, душа России, опять дыхание. Широко распахнут небосвод, общее крещендо. Сергиев посад, опять дыхание, через два. Пропусть такая. Нет, не в этом месте. Си мира до си до ре со фа фа ми. Мира ми. Нет. Ми фа ми ре. В общем, ре 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 у вас идет нота по припеве. Си ми со си до ре до ми. Широко распахнут. Широко распахнут. Все какую-то общую такую, пожалуйста, легочку. Сделайте общую. Широко распахнут. Небосвод туда. И, пожалуйста, бас. Чуть-чуть поскромнее в динамике. Чуть-чуть. Сергия посад, душа России, широко распахнут небосвод. Сергия посад, святой и сильный, славный продолжает свой поход. Мы сделаем сейчас второе прям наложение на этот куплет. Можно? Тихой обитель здесь создавался, прочный союз, золотое кольцо. Троицей воинский дух укреплялся, благословляя на подвиг кольцо. Мирные будни сменяли осаду, звоном цветет. Прочный союз, золото, соль ес ляду. Готовы, да? Господь!
это кошмар. Уже там над этими строчками одно слово, сразу все вываливается, образ вываливается, все надо менять по-другому. То есть вот, вот дошли мы до такой вот, что славный поход, он был светлый поход сначала, потом там вот... Ну славный лучше. Славный, да, светлый какой-то светлый, а да, потом были такие там строчки, допустим, может, самый... светлый венец продолжает? Светлый венец. Нет. Яркий венец, тоже не скромно, не по-христиански как бы. Город шагает со временем в ногу, и впереди ждут большие... И впереди, это надо сказать, я и впереди. Я говорю, где большие дела. И впереди ждут большие спасибо. Дела. Значит, ждутба, ждутба. Перенос. И впереди ждут большие дела, да? Дальше, новых. Буква Х пропадает. И. Новых героев с родного Ф. Девочки, Ф. Буква Ф. Новых героев с родного. Вот молодцы, сделай сопрано. Я с родного. Псра, да, псра. С родного подруга, я имею в виду. Пошли, и в новых. Новых. Новых героев с родного. Это нельзя делать. Такое как грузины получается. Хаши такие получаются. Да, да. И новых героев с родного порога звоном приветствуют. Вот, молодцы, вот, молодцы, приветствуют, сейчас сказали, а тогда не пропели. Звоном, звонкое З, да? Звоном приветствуют. Приют, приветствую, не, приветствуют ка, ткала-кала. Город шагает со временем в ногу, и впереди ждут большие дела. Новых героев с родного порога звоном приветствуют колокола. А сейчас это все замажется и будет как положено. Привет, Саша, мы готовы. Город шагает со временем в ногу, и впереди ждут большие дела. Новые герои с родного порога звоном приветствуют колокола. Молодцы, молодцы, умницы, все хорошо, но вот чем славен город? Колокольни свои, монастырем, звон, вот попробуйте эту букву З, звоном приветствуют, приветствуют колокола, колокола, вот это по новой конечно. Вот так вот забыли, да? Ну, я забыл, виноват. Ну, здесь будет замедление. Вначале так же, как было. Сергиев Посад, святой, нет, сильный. Я тут и да-да-да, би-па-ти, ба-ба, фа-фа, си бемоль ставите. Сергиев Посад, святой. Баритоны, басы, мимо денег там. Что? Надо все стереть. Да, пишем еще раз вторую половину припева, да? Нет, ну, ребят, уши не совсем.
Значит, не надо хэ когда сказать, что ли? Поход. И будьте добры, значит, если даже и полет, все равно хорошо. Сюда. Я пою хэ. Ладите си до ре си до фа си. Вы садитесь на это фа па. На па не надо садиться. Поход. Ла. Ми си си до ре си до фа си. Да? Город шагается времени в ногу, темные вижу большие вело, новый герой с родного порога, звоном приветствуют колокола, свет ее послал, душа России, широко распаху мне. Надо послушать. Так, вздохнули. Oh,